играем в Brawl Stars. Если у меня сегодня морковка, боже, как у меня сильно лагает. Боже, должен быть этого генерала Гаса, но у меня лагает очень сильно. Боже, ребята, у меня очень сильно лагало. Короче, сегодня мы будем открывать сейфики, но вначале нам нужно выиграть один раунд хотя бы. Так, морковка. Два маленьких бокса и 50. Так, ребята, давайте это бьем вот этого вот шмендига. Давай. Ой, зачем я на него иду сегодня? Я тут. Ладно. Убиваем. Убиваем. Так, ребят, нам остался последний раз. И Пепси, мы сегодня откроем мега ящик. Вот. Не забывайте, что это защита. Но теперь я не забыл. Ой-ой-ой-ой-ой. Умирай, умирай. О, боже, она меня просто в ловушке закрыла. Так, это было поражение. Так, морковка, давай, скажи что-то про себя. Что ты там уже выполнил? Сколько заданий там уже? Четыре задания, да? Три задания. А, три задания. Окей, ребята, три задания выполнил Морковкин. Нужно убить ее. О, боже. Ладно, все. Сейчас бью. Так, убиваем ее. Убиваем. Убиваем. Yeah. Иди. Давай, убивай, давай, давай. А, меня убил ее. Ну что? Ребята, мы выиграли, ребята, я выиграла. Морковка, ну что, открытие хочешь сделать? Окей, сейчас. Ага. Так, я тебя приглашу, окей? Короче, морковка. Морковка, у меня есть? Морковка, давай, говорим, что у меня есть. Смотри, у меня есть большой ящик, мега ящик и 125 монет, которые я сейчас возьму. Что у тебя есть, морковка? Два маленьких ящика и... И чё? Да. А, окей. Ну чё, давай, давай, ты открывай свой ящик, если что, скажи, если тебе кто-то выпал, давай. Ладно, и теперь я открываю. Так, большой ящик. Ну-ка. Один предмет. Для кого это так? Так, на кого? На Бастера. И мега ящик готов. Готов морковки на мега ящик. И... Ну как, ну это невозможно, ну сколько у меня там шансов на Легу эту вонючую, о боже. Я могу это купить, я могу еще один мега ящик, и 5, ну смотри, это как 5, я не верю, сколько у меня шансов с большого. У меня много шансов, но почему мне они не выпадают? Это непонятно, это вообще непонятно. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравилось такое видео. И мы ничего не выбыли. Это печально. Ну и всем пока!